Делегация Ленинского мемориала отправилась в провинцию Хунань Китайской Народной Республики. Там в городе Чанша с 13 по 17 ноября состоится фестиваль красного туризма. Он проводится в целях укрепления сотрудничества в области туризма между Китаем и Россией. В рамках фестиваля Ленинский мемориал будет презентован как центральный объект красного маршрута и показана уникальная выставка «Волга Янцзы». Кроме того, планируется подписать 2 соглашения. Сегодня мы едем подписывать новый контракт на гастроли симфонического Ульяновского государственного симфонического оркестра «Губернаторский». С 25 декабря по 4 января наш оркестр будет представлять Россию. Эта поездка связана к столетию русской революции. И именно правительство Китая выступило с инициативой, чтобы это был именно коллектив именно с России и именно из города Ульяновска. 4 января 2017 года, по словам Лидии Лариной, состоится закрытый концерт правительства Китайской Народной Республики с участием Ульяновского симфонического оркестра. Он станет открытием череды событий в Китае, посвященным столетию русской революции. Также руководством Ленинского мемориала будет подписано соглашение с домом-музеем Лю Шаоци, а летом ульяновцы смогут увидеть интересную экспозицию этого музея. Ирина Антонова, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.